По просьбе администрации Херсонской области инженерно-саперные подразделения Южного военного округа в настоящее время проводят сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов. На сегодняшний день личным составом инженерных подразделений обнаружено и уничтожено более 12 тысяч взрывоопасных предметов, часть из которых является иностранного производства. Саперы будут уничтожать вот эти мины, они установлены на неизвлекаемости, то есть снять их не получится. Это одна мина, под ней еще вторая, их только уничтожать. ВСУ відібрали поля, міни розкидали. От дякую російським військовослужбовцям, що убрали ці міни, зараз закапують, рівняють поля, і літом вже будемо пасти худобу свою. У Херсонщині буде хліб вчасно. 8 лет мирные жители Херсонской области не могли сажать здесь пшеницу. Все это время националисты использовали поле как плацдарм для наступления. Для себя расчистили 3 прохода для наступления на полуостров. До границы здесь буквально несколько километров. У нас есть неопровержимые доказательства того, что вооруженные силы Украины готовились в конце февраля наступать на территорию России. Это выяснилось, когда у нас появились трофейные карты минных полей, в которых были указаны проходы для своих подразделений. И также в ходе уже проверки этих минных полей мы убедились в том, что эти проходы действительно были в этих минных полях.